Друзья, мы сейчас находимся в районе Dubai Hills, и за моей спиной, в частности, находится стройка нового проекта от застройщика Эймар. Два дома под названием Эльвира. Дома располагаются уже в готовом комьюнити. На сегодняшний день Dubai Hills полностью, практически полностью завершена здесь строительство. Здесь дома уже возведены. Перед нами находится огромный парк, более 1500 квадратных метров зеленых насаждений, детских площадок, беговых дорожек, велодорожек и прочих развлечений для взрослых и детей. Кроме того, по правую руку от меня находится один из самых крупных моллов в городе Дубай, Dubai Hills Mall, в котором любой шопоголик найдет для себя магазин по душе. Что касается инфраструктуры, то в Dubai Hills уже работают, функционируют 3 школы. Вокруг этого комплекса ходит общественный транспорт, развита инфраструктура как для автомобилиста, так и для человека, который пользуется общественным транспортом. Покупая квартиру в этом комплексе, вы заходите в готовое комьюнити и можете сдавать свой объект сразу поверх рынка, не дожидаясь, пока комьюнити будет развит. Если вы покупаете этот объект для себя, то вы также получаете все блага цивилизации, поскольку вам не нужно находиться в стройке, вы заезжаете и живете и кайфуете от жизни в этом районе. В двух домах Эльвира будут 1-2-3-спальные квартиры, будут 3-спальные таунхаусы и 3-спальные дуплексы. Спектр цен будет достаточно большой, будет цены начинаться от 1,4 миллиона за однокомнатные квартиры и вплоть до 4,5 миллионов за 3-спальные таунхаусы. Безусловно, фишкой этого дома будет являться как раз дуплексы, которые будут смотреть прямо на парк. Вот, если мы говорим про более рациональный выбор или выбор с меньшим бюджетом, то, на мой взгляд, являются интересные варианты 2-спальных квартир, которые смотрят на соседнее здание. Я сейчас покажу его. Соседний жилой комплекс «Акация», а также вот на эту сервисную дорогу, которая разделяет непосредственно дом, а также впереди расположенную территорию, где будут располагаться бизнес-центр. За ними идет дорога Айхай Роуд, которая является одной из самых крупных на сегодняшний день транспортных развязок в городе Дубай. Вот здесь, на этой точке, мы можем приблизительно представить себе, какой будет вид из угловых двушек, которые будут смотреть на сервисную дорогу, а также на соседствующую здесь в будущем на мечеть, которая будет располагаться здесь. Тихая, к слову, мечеть, которая не будет слышно служение. Это сегодняшние требования при застройке любых храмов, мечетей и так далее в городе Дубай. В том направлении располагается парк. За моей спиной находится стройка дома Эльвира, Эмар, Dubai Hills Park. Я хочу обратить внимание на виды из квартир, которые будут обращены в нашу сторону. С этой стороны дома будут располагаться 2-спальные квартиры, практически все 2-спальные квартиры будут туда смотреть на нас. Перед нами находится сервисная дорога, которой передвигаются автомобили внутри комьюнити. Здесь нет чужих машин, здесь передвигаются только люди, которые здесь живут. А на верхних этажах этого здания, 2-спальных квартир, будет открываться отличный вид на скайлайн Дубай. И если вы сейчас повернетесь вместе со мной, увидите отличный вид на Бурдж-Аль-Араб. Посмотрите. Друзья, старт продаж Эльвира Dubai Hills начнется 1 февраля в 15 часов по дубайскому времени. Но для топ-агентов продажи и выбор квартир будет доступен за 1,5 часа до старта, поэтому спешите бронировать. Мои контакты указаны в описании к ролику.